Ну что, ребят, всем доброе утро. Такая вот у нас сегодня яичница на завтрак. За окном идет дождик. А мы сейчас будем завтракать. Буду звать Диму к столу. Вот такие вот у нас кружечки две с нашими фотками. Дима с Алисой с фотосессии. Так что вот, приятного аппетита. Пока Алиса спит, мы занимаемся разделкой моркови, мойкой, сушкой. Нам привезли из деревни столько морковки. Вот. И нам попался вот такой интересный экземпляр. Смотрите, кому что это напоминает? В комментарии пишите свои отзывы. Ну вот, закончился у нас тихий час. Хотела вам рассказать, какие игры мы с Алисой играем в год. Такие пазлы. Очень Алисе нравится. Можно поближе показать. Они бывают разных размеров. Нужно начинать, конечно же, с простейшего из трех элементов. Такой вот пазл-аквариум. Сначала Алиса его собирала. Сейчас она собирает более сложный уровень. С такими вот животными зоопарка. Либо с предметами. Развивает моторику, мышление, логику. Ну вот Алиса уже нашла свою игрушку из Икеи. Наверное, знаете, такой молоточек. Вот. Также хотела сказать, что пирамидку очень тоже часто мы играем. Есть пирамидка простейшая из четырех элементов. Опять-таки начинаем с нее. Либо уже из шести элементов, может быть, у кого-то и больше. На самом деле, такие игрушки, они еще, ну, советские. Временем. Наверное, вы в детстве в них играли. Но ничего лучше еще не придумано. Вот. Поэтому, может быть, если кто-то не знает, там у кого-то родились там племянники, братья, сестры, думают, что подарить. Вот как раз пирамидка – классный подарок. Либо такой пазл. Вот. Но сейчас такое время, что, знаете, в связи с самоизоляцией календарь прививок сдвинулся. И также сейчас не проходят плановые осмотры ребенка. Нам раз в год нужно проходить много обследований. Но мы сделали только УЗИ, успели сделать еще в начале марта. Мы сделали УЗИ мозга, сердца, почек и брюшной полости. Но не успели пройти офтальмолога, ортопеда, невролога, также педиатра, ЭКГ нужно пройти. Сдать общий анализ мочи и крови, ну и, соответственно, прививки. Календарь прививок отодвигается на неопределенный срок. Такое вот сейчас время нелегкое. Алис, поздоровайся. Помаши. Наверстаем, да, все упущено. Поэтому пока сидим дома, играем, развлекаемся как можем. Сегодня Алиса зарисовала себя фломастерами. Вот здесь вот. Так что не подумать, что синяк ничем не оттирается, фломастер. Камеру увидела, да, Лись? Привет! Мы пошли дальше играть. Игрушка из Икеи не вошла в предыдущую часть ролика. Поэтому смотрите, вот такой вот молоточек. Так вот забиваем. С другой стороны проявляется деталь. Соответственно, потом здесь забиваем. Ну, Алиса, свои интересы. Вот, но также еще есть вот такой вот пазл, наподобие детальки, как в Тетрисе похоже. Если вы помните, Тетрис из 90-х. Кто помнит Тетрис из 90-х, ставит лайк на это видео. Вот такой вот пазлик, Алиса, смотрим. И тоже его можете собирать. Он деревянный, все это можно, в принципе, кусать, облизывать, как раз то, что надо для маленьких, когда у них режутся зубки. И опять-таки развивает логику, мышление. Поэтому, я думаю, вашим деткам понравится. Вот так мы и проводим наши вечера. Летит пчела, пролетает над Алисой. Так, ну что, мы собрались, вышли на улицу. После дождичка. Да, вон. Такая вот погода. Не знаю, что-то сегодня какое-то настроение вялое. Ничего не хочется делать.
Просто тупо хочется дома побыть. Но все-таки вышли погулять. Сейчас вот собрались мусор выкидывать. Пластик. Да. На самом деле всех призываем к этому. Пластик выкидывать в специальный контейнер. Не знаю, как в других городах, но в Нижнем Новгороде относительно недавно поставили уже такие желтые контейнеры рядом с обычными. Сейчас мы вам их покажем. Угу. Может, им приведешь режим камеры? К сожалению, это невозможно. Жаль. А сейчас покажем. Сейчас такие выкидываю, покажу. Вот, такие вот контейнеры. Покажи контейнер. Ну вот, это обычные контейнеры, да? Для обычного мусора, а вот это для пластика, желтые. Весь этот пластик идет в переработку. Да. Делаем. Кстати, добрые дела. Я сейчас думаю, может записать видео об эко-пункте, как мы сдаем пластик, как мы сдаем стекло, в принципе, да. Тоже бумагу, картон. Это хорошая идея, да, в дальнейшем. Если это будет интересно, мы запишем такое видео. Поэтому пишите комментарии, интересно вам будет или нет. А на самом деле у нас сегодня, мы хотели сказать, очень такой радостный день. Наехали сегодня... тут. Но. Мы сегодня. У нас не сегодня. У нас сегодня родилась племянница, наша любимка, девочка. Да, Димина родная сестра родила сегодня второго ребенка, девочку. Мы ее поздравляем. Желаем счастья, скорейшего восстановления организма, чтобы малышка росла здоровой, радовала родителей. Да, ну в общем. Идем по дороге, конечно. Опасно, опасно. Нас уже 13 лет сдали. Соблюдайте правила движения не только на машине, но и когда являетесь пешеходами. Да. Скоро поедем на дачу. Там дела накопились. Некоторые покажем вам еще и дачу. Вот. В среду, скорее всего, поедем, послезавтра. Ну, давайте, в общем, до скорых встреч. Пока. Ребята, вы только посмотрите, какая красота. Буквально полчаса назад был дождь, а сейчас выглянуло солнышко. Такие просторы, а. Видел бы Китай, удавился бы, наверное. У них там каждый квадратный метр застроен. А вот там вдалеке, если вы обратили внимание, сейчас постараюсь приблизить. Оп-оп-оп. Это у нас строится жилой комплекс Новая Кузнечиха. Так вот. В общем, друзья, нахожусь я около торгового центра Indigo Life. У нас такой торговый центр в Нижнем Новгороде. Я пошла домой. Вот, Алиса замерзла, гуляли. А я решил зайти в Макдональдс, чтобы закупиться. Захотелось фастфуда. Что я хочу сказать. Как вы видите, я в маске. Поэтому тоже соблюдайте меры безопасности. Все-таки это болезнь, не шутки. Идем, идем. И да, кстати, ребят, хочу сказать, то, что есть такое приложение, очень удобное, называется McDonald's. Вы его скачиваете себе на мобильное устройство, и для вас открывается большая возможность и доступ к скидкам и различным купонам. В общем, в торговом центре никого. Это уже радует. Сейчас посмотрим, как там обстоят дела. Такой лифт. Если честно, я первый раз за время коронавируса иду в Макдональдс. Посмотрим, как сейчас это выглядит. Потому что говорят, Макдональдс не работает, работает только вынос. Макдональдс работает.
Так, ну в общем, мы дома. Пришел я из Макдональдса. Вот такие приколюхи я взял. 2 Биг Мака, 6 наггинсов и 1 чизбургер. Все это вместе мне обошлось. Смотрите на чек, 299 рублей. Вообще халява. Это я заказывал через мобильное приложение Макдональдс. Обязательно скачайте, очень удобное и выгодное приложение. В общем, пока мы кушаем Макдональдс, Лена пытается накормить Алису вкусным пюре. Все методы хороши. Вот, кушает. Молодец. Ну, в общем, мы легли. Что-то сегодня устали. Готовимся ко сну. Алиса он тоже с нами сидит. И смотрим любимый сериал. Называется «Ходячие мертвецы». Рейтинг очень высокий. 8,2. И вот уже остановились сейчас на 10 сезоне. Так интересно на самом деле. Но немножко тягомотно. Ну да, чем дальше, тем не настолько интереснее, как было в первых сезонах, да, Алис? Ребят, в общем, не обращайте внимания на мои глазки, бегающие туда-сюда. Это из-за сильной подсветки на селфи-палке. Ну, в общем, смотрите, вот «Ходячие мертвецы». Как я вам и говорил, 8,2 рейтинг, очень высокий. Жанр у этого сериала ужасы и триллеры. Очень прикольный сериал про мертвецов. Вот 10 сезонов. Ну, вот я хочу дополнить, что есть такой тут минус. Выходит вот на данный момент сейчас не полностью весь сезон, а по одной серии там раз в 2 недели, раз в 10 дней. И пока другая серия выйдет, ты уже теряешь мысль. Уже забыл, про что там было. Вот такой вот минус. Ну, а в целом, конечно, так. Красивая картинка. Угу. И всем советую оформить подписочку в онлайн-кинотеатре, потому что очень удобно смотреть фильмы. Не надо ничего скачивать на компьютере, переносить на внешние жесткие диски. Лег, включил телевизор, и все твои любимые сериалы и фильмы всегда под рукой. Желаем всем спокойной ночи, приятных сновидений, только положительных эмоций. Скоро лето, поэтому не унывайте, и пусть вам снятся сны о приключениях. Всем мира и добра. Спокойной ночи.